Выборы президента России в 2018 году могут состояться 18 марта, в день так называемого присоединения Крыма к России. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российские журналисты поинтересовались у местных жителей, не пора ли Владимиру Путину в отставку. Но по закону давным-давно уже пора. Его правление это очень напоминает вот царский режим. Но сколько же у нас монархии это может быть? И еще на один срок выберем. Потом преемник будет другой. Вернее, не преемник. Преемники это в царской династии. Здесь другая. Это другой лидер будет. Пока он, я думаю, что сдерживает основные какие-то и внешнеполитические давления. И поддерживает, в принципе, более-менее порядок внутри страны. Конечно, есть ограничивающие факторы этому всему. Но я считаю, что могло бы быть и хуже. Кризисы всегда они были. Россия вся такая многострадальная. Наши дети будут жить так же. Мы будем выживать в этом мире так или иначе. Мы без Путина прям как без рук будем. Кто может у нас, кроме Путина? Я вот не знаю ни одного политика. Кого выберем? Ну а кого мы выберем? У нас выбирать-то некого. Я вот живу в Германии у дочери. Что вот эта Германия, Ангела Меркель? Вообще вот дуб дубом. Там все немцы, все против ее. А у нас все, только все говорят, это благодаря все Путину. Ну а то, что у нас сейчас так, это, знаете, это не от него зависит. Я считаю, еще рано. Рано? А сколько еще? Пусть до конца, как сможет, сам здоровье позволит.